Здравствуйте, уважаемые восьмиклассники! Мы завершаем изучение творчества Василия Шукшина. Какова тема нашего урока? Предлагаю проанализировать представленные на слайде синонимы, установить между ними связь и определить, какое понятие на уроке является ключевым. Ребята, вы правильно определили. Сегодня мы обращаемся к понятию нравственность. Нравственность – это внутренние духовные качества, которыми руководствуется человек. Это этические нормы, правила поведения, определяемые этими качествами. Тема нашего урока – уроки нравственности Василия Макаровича Шукшина. Обобщение изученного по творчеству Шукшина. Сегодня на уроке, ребята, мы дадим характеристику героям Шукшина и их поступкам, определим нравственные ценности героев рассказов Василия Макаровича, дадим аргументированные ответы на проблемные вопросы, используя цитаты. Вначале я предлагаю вам определить, внимательный ли вы читатель. Для этого выполните одно из трех предложенных заданий. Разгадайте кроссворд, решите тест биографии и творчества Василия Шукшина или определите, из какого произведения цитата и кому она принадлежит. Ребята, разгадайте кроссворд. Проверьте себя. Решите тест биографии и творчества Василия Макаровича Шукшина. Проверьте себя. Определите, из какого произведения цитата и кому она принадлежит. Проверьте себя. Уверена, ребята, вы легко справились с этими заданиями. Предлагаю обратиться к биографии Василия Макаровича Шукшина и вспомнить, каковы ценностные ориентиры писателя. Правильно, ребята. Ценностными ориентирами для Василия Шукшина являются преданность заветам отца и матери, беззаветная любовь к родине, быть человеком, жить по зову души, видеть в человеке доброе, любовь к труду, стремление познавать новое. Как отразились ценностные ориентиры писателя в его творчестве? Конечно, ребята, они отразились в характерах и поведении героев произведений Шукшина. Вспомните название рассказа и героя, в котором в большей степени проявляется та или иная жизненная ценность Шукшина. Приведите примеры. Я думаю, многие из вас вспомнили чудика из одноименного рассказа Шукшина, который живет по зову души, ведет себя так, как подсказывает ему сердце, несмотря на возраст, профессию. Или вы вспомнили героев рассказа «Сельские жители», в которых раскрывается еще одна жизненная ценность писателя – любовь к труду. Помните? Почему, по мнению Шурки, они с бабкой летом не смогут уехать из деревни? Правильно, ребята, Шурка говорит, а то и летом она тоже не поедет, тут огород пойдет, свинота разная, куры, гуси, она сроду от них не уедет, мы же все-таки сельские жители. Возможно, вы заметили, что видит в человеке доброе Сергей Духанин из рассказа «Сапожки», который жалеет жену, хочет порадовать и покупает сапожки.
Каждого из этих героев можно назвать настоящим человеком, потому что они живут в соответствии с высокими нравственными ценностями. Каковы нравственные ценности героев Шукшина, ребята? Я думаю, вы ответили верно. Это доброта, честность, благородство, совесть, трудолюбие, гордость, красота души. А какие уроки преподает нам Шукшин на примере своих рассказов? Конечно, ребята, это уроки нравственности. Чему учит нас Василий Макарович на примере своих героев? Ответьте на этот вопрос. Заполните двухчастный дневник. Я думаю, вы справились с этим заданием. На примере героев своих рассказов, таких как Чудик, Сергей Духанин, бабка Маланья и ее внук Шурка, писатель учит нас доброте, честности, благородству, трудолюбию. Шукшин учит нас быть настоящими людьми. О нравственных ценностях он говорит не только в рассказах, но и в кино, в публицистике, в рабочих записях. Наш урок подходит к своему завершению. Сегодня на уроке, ребята, мы дали характеристику героям Шукшина, их поступкам. Определили нравственные ценности героев рассказов Василия Макаровича. Ответили на проблемный вопрос, используя цитаты. В своих рабочих записях Шукшин писал: «Рассказчик всю жизнь пишет один большой роман и оценивают его потом, когда роман дописан и автор умер. Каждое поколение будет по-новому, по-своему оценивать творчество Шукшина, находя в нем ответы на волнующие их вопросы. Главное – не забыть завет, оставленный нам писателем. Мы умели жить. Помни это. Будь человеком». Дома предлагаю вам, ребята, прочитать высказывания Василия Макаровича Шукшина, определить в них идею, комментарий, высказать свое мнение и написать эссе, выбрав в качестве темы одну из идей Василия Макаровича Шукшина. Спасибо за работу. До новых встреч!